Почему? И как настроение? Ну так себе, честно сказать. Спасибо большое, Фиш. Спасибо. А что так? Не знаю, почему так, у вас надо спросить. Почему вы любите девушек обманывать? Реально, когда есть хорошая девочка, которая к вам искренне относится, почему вы любите обманывать девушек? Привет, привет, я с Алматы. Так чё, кто будет отвечать за всех? Саркиз, Саркиз дома. Ошалеть. Слим, что такое с вами? Ошалеть. Алмата, да. But from there, my from Kazakhstan. Так что, будете отвечать за всех? Красиво, спасибо большое. А чё толку? Вот красивых, красивых девочек и порядочных девочек никто не ценит. Зависит от человека, от его нравов и понятий. Дядя Джо, ну да, я с тобой согласна. Но большинство такие. Спросите вас на свидание. Какой целью? Мне интересно. Привет. Просто мне неинтересно просто знакомиться с кем-то. А в чем обман? Ну, многие сейчас скрывают своих своих девушек. У них есть жены, у них есть девушки, и они еще пытаются с кем-то построить отношения параллельно на одном, на двух стульях одной попой, как говорится, очень. Привет, малышка. Привет. Ты из Казахстана, да. Человек, которому я доверяла, как Алина. Все так себе. Сегодня выходной, ага. Я знаю, кто обманул тебя. Ты достойна большего. Кто меня обманул? Привет, so beautiful girl. Какие планы на вечер? Никаких планов. Привет. Ждите при выборе под портрет. Он всегда будет прыгать со стула на стул. По какому принципу блокируешь людей в инсте? Ну, если там человек оскорбляет или еще что-нибудь.